Дружить с городами и даже странами. Делегация Ярославля вернулась из Ханау. Партнерским отношениям исполнилось 20 лет. Как зарождались дружеские связи, знает Марина Смарагдова. Договор подписан в знаменательный день, 12 июня, День независимости России. Он уже третий по счету. Свои дружеские намерения стороны подтверждают каждые 10 лет. Церемония, которая проходила в честь 20-летия подписания договора сотрудничества между городами Ханау и Ярославль, она очень торжественно была обставлена. Происходило все это в замке Филипсруэ при непосредственном участии обер-бургомистра города Ханау Клауса Камински и председателя городского собрания депутатов Беаты Функи. Антироссийские вот эти настроения, они существуют только где-то далеко, на местном уровне. Жители одного и второго города, города Ханау, города Ярославля, далеки от всех этих вопросов и показали очень дружественный прием нашей делегации. Связи Ярославля и Ханау возникли в далекие 80-е. У истоков стояли молодые ярославские художники. Потом возникло общество дружбы. А культурные связи не только окрепли, но и стали самыми разнообразными. Много было событий интересных, то, что нам показали со своей стороны Ханау, и чему можно было поучиться. И какие-то возникают сразу новые идеи, когда мы наблюдаем за деятельностью другого города в другой стране. Это очень приятно. Немецкая пресса обильно комментировала визит ярославцев. В магистрате Ханау ярославская символика на почетном месте. Да и ярославцам многое можно было взять на заметку, что они и сделали. В городе ведется активно строительство, причем в центральной части города. И для того, чтобы снимать напряженность, поскольку дискуссии очень большие идут в обществе по этому поводу, в центре города открыт информационный центр, куда может прийти любой житель города и получить всю необходимую информацию. Мы посмотрели и культурные заведения, образовательные заведения. И на фоне всего прочего в нашей программе также было посещение некой строительной фирмы, которая занимается социальным жильем в рамках города Ханау. Дружба – это тоже строительство, которое цементируется с годами. Ярославцы помнят, как в трудное для России время из Ханау приходила помощь. А жители города, где родились самые знаменитые немецкие сказочники братья Гримм, с радостью встречают наши творческие коллективы. Марина Смарагдова, Александр Быков.